Все, поехали шахматы. Итак, играем. Мы играем онлайн шахматы. Мы играем трехминутный блиц. Трехминутный блиц. Задача в трехминутном блице. Задача на трехминутный блиц. Не проигрывать по времени. Потому что, опять же, для тех, кто к нам присоединился, добро пожаловать на шахматы. Я, кстати, пока мы здесь, я там поменяю название игры. Потому что у меня все еще стоит Space Gladiators. А задача, почему мы играем блиц? Это я буду использовать блиц шахматы как эйм-тренер для Counter-Strike. Я буду... Моя задача в блице стоит не проиграть по времени. Я имею право проигрывать как хочу, только не по времени. Окей, играем трехминутную партию. Поехали. Мы играем черными. Отлично. Бум. Прекрасно. Это типа детский мат, что ли? Или чего? О. В чем фишка? А, мы выиграли. Соперник сдался. Ну, хороший старт. У меня рейтинг в блице 698, а рейтинг в обычных шахматах 300 с копеечками. Почему я все время выигрываю блиц? Ну, первая победа. Это не считается. Давайте еще раз. Давайте еще раз, ребят. Я знаю, что я всегда стартую скучную страту стартовую, но все равно. Окей. Так, так. Дальше. Ходить быстро. Ходить быстро, йоу. Йоу-йоу-йоу, быстро ходить. Не ходить медленно. Задача здесь стоит. Быстро ходим. Не проигрывать по времени. Ни при каких обстоятельствах не проигрывать по времени. Так. Я сейчас вывожу коня, потому что я не хочу выводить здесь пешку, иначе она, да, вот сделает вот это мне. Замечательно, давай. Слон на слон. Слон versus слон. Окей. Размен, ну я понимаю, почему он будет меняться в блиц-шахматах. Я прекрасно понимаю, почему ты так сделаешь, почему ты так готов делать, мой замечательный друг. Так. Фу, так, почему я поставил сюда коня? Я хочу его убрать от атаки пешки, во-первых. И я понимаю, что у меня не развиты пешки. Мне нужно развивать своих пешек. Очень нужно развивать своих пешек. И я нашел, мне кажется, неплохое место для своего ферзя. Ну, как неплохое место для ферзя? Он не сможет двигать коня, но он сейчас походит пешкой вот так. То, что он походит пешкой, честно, меня не очень пугает. Вот так вот? Интересный ход. Интересный ход. Очень-очень-очень интересный ход. Потому что в данном конкретном случае я... Знаешь что, я начну играть своих пешек. Это... Нет, я сделаю рокировку. Окей? Рокировка — это то, что нам нужно. И он атакует моего коня в данный конкретный момент. Но, чтобы это предотвратить, я сделаю ход... Я сделаю ход конем. Ход конем, и этот ход конем будет... Окей, мой конь будет отступать. Мой конь решил, что оно того не стоит. Оно ему не нужно, этому коню. Это очень плохой конь. Я сделал большую ошибку, походив конем сюда, мне кажется. Но, в принципе, у меня старт был какой-то странный, нестандартный. И там были ошибки, которые я постараюсь предотвратить в будущем. Потому что этот конь сейчас не в лучшей позиции. Поэтому я этого коня разменяю на его коня, если он захочет связаться с этим вопросом. Мы проигрываем одну минуту в блице, а я себе ставил задачу не проигрывать по времени в блице. Следующий мой ход будет сюда, ладья. Либо можно... вот так вот, да? Хорошо, договорились. Я понимаю, он типа угрожает моим пешкам, своим конем, но... Ладья сюда, по-моему, меня сейчас усиливает очень хорошо. Очень-очень неплохо меня усиливает. Потому что... Оп, и конь под атакой. Ну, да, это шах. Это шах, и я его действительно пропустил. Что мы можем с этого... Какой вывод сделать?
Ну, ладно. Будем считать, что это был гамбит, и я, типа, отдал ему пешку. С другой стороны, этот конь может двигаться все равно. Как мне поймать этого слона, который так себя нагло повел? Таким образом. Как-то так? А сейчас я буду просто ходы по кулдауну делать. Шах. Я могу его слона забрать здесь, кстати. Почему я не забрал его слона? Просто на миллион долларов, да? Я просто заткнусь и буду счастлив. Шах. 5 секунд. Я проиграл по времени, окей? Но это была, в общем, неплохая партия с моей стороны. У меня было большое преимущество, потому что я получил слона, и у меня было преимущество по пешкам. Я засчитываю нам эту партию в хорошую игру. Но чат говорит, это было ужасно анализ. Чат, эти блиц-партии мы анализировать не будем, окей? Мы не анализируем блиц-партии. Сейчас мы начнем играть 10-минутную, и для вас будет анализ. Мы вот после 10-минутной партии мы делаем анализ. Мы не делаем анализ, блядь, партии. Я просто пытаюсь играть быстро. Я здесь в блице, я тренируюсь. И благодаря тренировкам в блице, благодаря тренировкам в блице, я смогу не проигрывать по времени в обычных играх. О, два колоска, привет. Play fast, die fast. Чат бунтует, чат хочет анализ. Чат. Мы играем 10-минутную партию. Варлок, ты мог забрать там ферзя. Но тогда это большая ошибка. Тренировка без закрепления не тренировка. Но я не тренирую там умение играть. Окей? Я не тренирую умение играть в той тренировке. Я там тренирую умение быстро ходить. Как интересно он пешек выстроил. Это, наверное, какая-то хитрая тактика. Это 100% какая-то тактика хитрости. Okay. Что сейчас у нас происходит? Белые... против кого мы играем? Unicorn Made из Америки. Здравствуй, Unicorn Made. Добро пожаловать на вечеринку. Я очень рад тебя здесь видеть. Ты вывел своего ферзя сразу. Чтобы быстро ответить на его ферзя, мы сделаем вот таким образом. И поймаем его ферзя. Потому что ферзь теперь не может атаковать. Варлок, на моих глазах ты пропустил из-за спешки убийство коня и ферзя. Я первый раз зашел на шахматы и вообще не игрок. Ты явно знаешь о шахматах больше меня, но ты слишком спешишь. Да, но это были 3-минутный блиц. Это был 3-минутный блиц. Благодаря 3-минутному блицу у меня сейчас преимущество по времени, и я только что поймал его ферзя. По-моему, я неплохо сыграл. По-моему, я сыграл там сейчас очень неплохо. А еще я забираю ладью сейчас, потому что шах, ладья. Вот что нам дает блиц, чат. Вот это нам блиц и дает. Возможность делать так. Возможность делать такие маневры. Потому что мне уже не надо так сильно сфокусироваться на том, чего я чего я тут думаю. Что я могу такого классного здесь сделать? Типа вот так.
По большому счету, мы должны теперь выигрывать. Мы выиграли. Окей, чат. Что вы думаете насчет этого? Йоу, 3D Крис, привет. Кто и что ты сделал с нашим варлоком? Варлок не ест ферзей. Ой, я вам говорю, Блиц поможет, чат. Блиц, он настраивает на... Он настраивает на мышление, на быстрое. Окей, мы можем проанализировать эту партию. Анализ Блица мы не делаем. Я не буду заморачиваться. В Блице моя задача играть максимально быстро. Если мы там проигрываем, значит мы проигрываем. Отчет. Точность 99,3%, 0 неточностей, 0 ошибок, 0 зевков, упущенная победа 0. Анализируем. 99,3. Книжка. Хороший ход, но не лучший. Лучший ход. Это был мисплей ферзем с его стороны. Потому что это ловушка. Я очень горжусь, что я увидел эту ловушку ферзя. Но я понимаю, что она выглядит очевидно, но я специально под нее не подстраивался. Варлок, почему ты начинал с 400 рейтинга, а некоторые с 1200? Потому что в зависимости от того, как ты отвечаешь на вопросы, когда создаешь аккаунт, тебе ставится определенный рейтинг. Если ты отвечаешь, я новичок в шахматах, тебе ставят там 300-400 рейтинга. Если ты отвечаешь, я профессионал в шахматах, тебе ставят 1200 рейтинга. Ну и здесь уже идет победа. Как он мог спастись от... Ему надо было коня сюда ставить? Да, тогда бы он защищал эту пешку. Окей, если мы увидим себя в этой ситуации когда-нибудь, то нужно коня ставить для защиты этой пешки. Это не очевидно, но надо запомнить этот момент. Ну и дальше уже, да. Дальше мы выиграли. Хорошая партия. Или королям. Королем можно было походить, да. Йоу, все домой, наконец-то выходные. Так мозг не выключаю, шахматы. Окей, погнали. Играем трехминутный блиц для эйм-трейнера. Насчет блица он еще полезен, чтобы учить дебюты. Кстати, да, я дебютов не знаю, я пока что всегда хожу пешкой от короля. Насколько я знаю, это самый... Насколько я понимаю, это самый скучный старт в истории человечества, но, по-моему, для меня пока что вот это не очень важно. Пока что у меня не стоит основная задача... Стоп, это... Нет, это хороший ход, да. Это нормальный ход. У меня не стоит основная задача научиться делать разные дебюты или что-то такое. Моя задача в данный конкретный момент... Это научиться просто быстро играть и видеть ходы противника. Я не буду пока учить дебюты, потому что, по-моему, это немного лишнее для меня, честно. Вот у меня такое чувство, что это немного не то, что мне нужно в данный конкретный момент времени. Я, кстати, не уверен насчет вывода своего ферзя сюда. Я сейчас вроде как делаю атаку на короля и не даю двигать эту пешку. Что меня в каком-то смысле усиливает. Я не хочу ставить коня... Я не хочу ходить слоном на эту позицию, хотя это вроде как атака на ферзя. А вот это уже совсем другая вечеринка. А вот это уже кое-что, что мне может понравиться. Очень интересно. Атакует ферзем туда. Знаешь что? А давай танцевать. Я буду атаковать в эту сторону тоже. Только уже не ферзем, а своим слоном. А теперь ситуация такова. Я могу забрать эту пешку. Ты не можешь ее усилить здесь. И... Не можешь атаковать ферзем. Что ты можешь атаковать ферзем? Окей, я был неправ. Мы можем разменять здесь ферзей.
Хочу ли я это делать? Честно, я не уверен в этом. Как бы он угрожает сейчас только коню, ферзем и сюда пешке, но это все не очень страшно. Что мы можем сделать? Это вот так? А мне надо вывести здесь слона. Потому что нужна рокировка срочно. Я потерял много времени на этот ход. Я забыл, что это блиц, честно. Буду очень-очень честен. Я немножко забыл, что это блиц. Его конь может здесь взять. Но если он здесь берет, что я делаю? Я в таком случае... Я вывожу еще одну ладью. Если он берет здесь пешку, то мне страшно. Ну как сказать? Так. Он пока что не может взять тут. Ага, слон. Понимаю. Очень-очень хорошо вас понимаю. Отлично. И в таком случае... Потому что он угрожает с моей ладье. Но если он заберет мою ладью, я заберу его ферзя. То есть я мог бы попробовать увести ладью. Это немножко невыгодно в плане темпа. Мне лучше напугать его ферзя. Ему нужно сейчас убрать ферзя так, чтобы этот ферзь не попадал под атаку. Здесь. То есть ему единственный ход по большому счету сюда должен быть. Он его не сделал. Очень-очень интересно, что он не сделал этот ход. Потому что теперь у меня такое чувство, что я могу немного получить преимущество, сделав вот такой маневр. Теперь у меня две ладьи на одной линии. Соответственно, атака ладьей здесь смотрится теперь очень страшно. Но из минусов мне же надо будет очень быстро ходить. Прям супер быстро ходить. Шах, да? Ты пытаешься меня... Он пытается меня просто загнать по времени, потому что 14 секунд. Мне нужно супер быстрые ходы делать. Самые быстрые ходы в истории человечества. Он выигрывает по фигурам, но у меня позиционное преимущество огромное. Просто гигантское позиционное преимущество. Которое я сейчас провтыкаю. Да, я его провтыкал. Окей, я проиграл. Я смисплеил там очень-очень-очень сильно. Мы проиграли. Он забирает пешку. У меня остается 5 секунд. Но, в принципе, середину игры я играл достаточно неплохо. Вау, круто. Вилка. Опять же, вот здесь я ходу видел вилка на двух. Мат. Окей, хорошая партия. Я поставлю лайк. Это очень хорошая партия была. Замечательная партия. Я естественно, мат пропустил. Класс. Из плюсов мы не проиграли по времени. Еще целых 3 секунды оставалось. Я бы пару ходов успел сделать. И вот здесь, смотрите, какая хорошая вилка была. Ну, если не учитывать мата, которые... Если не учитывать мата, которые я получил, да. Это нужно анализировать? Не-не-не-не-не-не-не. Это не нужно анализировать.
Как только мат случился, чат молчит, 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 а потом после этого, только партия завершилась, сразу 50 строчек. Тебе следует не дебюты изучить, а выучить одну расстановку, хотя бы это необходимо в блице, иначе ты много времени тратишь в начале. Это было бы лучше для того, чтобы научиться побеждать, я согласен. Чат, вы хотите анализ? Давайте ключевые моменты посмотрим. Чисто через ключевые моменты. Окей, все хорошо, мы играем в стандартную игру. Все хорошо, мы разменялись конями. Здесь плохой ход слоном. Почему? Да, намного более выгодная позиция для слона. Согласен. Большой мисплей слона. Огромный мисплей слона. Потому что по большому счету мы теряли здесь слона. И мы потеряли его. Вот на этом слоне я потерял все преимущество. Это мисплей. Здесь у меня же 30 секунд оставалось. Я очень хорошие ходы ладьями сделал. Помните, я говорил про ладей? Короче, ладьи сходили очень круто. А вот ход королем был ошибкой. Потому что мне нужно было просто забрать коня. Ага. Я не увидел, что я мог забрать коня. Окей, на этом мы закончим анализ. Это была главная ошибка. О, это было круто. Давайте нормальную 10-минутную партию. Именно поэтому я люблю разменивать ферзей сразу. Разменивать ферзей хочет тот игрок, по моему мнению, у которого плохое позиционное преимущество. Здесь даже не... Ну, понятно, что в фигурах дело, если у тебя большое преимущество по фигурам, ты хочешь менять ферзей. По-моему, если у тебя... Если ты чувствуешь, что твои фигуры лучше стоят на поле, чем фигуры противника, опять же, я не могу все это перевести в шахматные термины, потому что я в них не понимаю. Для этого есть, наверное, какие-то термины, но разменивать ферзей не всегда хорошая идея. Потому что, особенно если у тебя хорошая позиция на поле, если плохая позиция на поле, ты очень хочешь. Можно разменивать ферзей, чтобы лишить противника рокировки, но это очень редко случается, у нас было это несколько раз. Так, ну что, стартуем. Мы играем против Антон Шоу из Новой Зеландии. О, с Новой Зеландией мы еще не играли. Это очень-очень интересно. Какой у нас стандартный ответ на эту фигню, которую он сейчас делает? Вот такой был, может быть? Не. Я не знаю, как мне здесь правильно походить. У меня нет идей. Точно не такой. Я сыграю зеркально. Это скучно, но... Типа, кому сейчас легко. Окей, он хочет размениваться. Ну, как размениваться? Тогда я заберу его пешку. Окей. И... Буду ли я защищать свою пешку? Да, почему бы и нет. Мне нравится эта пешка. Эта пешка выглядит хорошо. Если он хочет ее проатаковать, я разменяюсь. У меня будет конь выглядеть здесь хорошо. Какие мои дальнейшие ходы? Наверное, следующий конь идет на выход и будет это... Мисклик. Мисклик. Это был мисклик. С другой стороны, благодаря этому мисклику у нас уже начинается интересная и не... стандартная партия, что имеет свое преимущество, и я могу проатаковать его ферзя здесь, что, возможно, неплохая идея. Мисклики случаются, они будут. Чат, я приношу извинения за мисклики. Я не могу здесь съесть пешку, потому что он съест коня. Я могу проатаковать его ферзя. Заставить двигать ферзя, и, в принципе, мой слон займет позицию. И ферзь был выдвинут, как бы, против своего желания, окей? Ферзь сюда не собирался ходить. Вот теперь мы выходим в бой. Теперь мой конь выходит. После того, как мы заставили его сделать ход, который он не хотел делать. И теперь здесь закрыт слон. Да, ферзь все еще может здесь атаковать, но слон закрыт.
Открытый этот слон. Я опасаюсь хода этим слоном сюда, вот если честно. Okay, он будет пугать моего слона. Могу ли я сделать какую-нибудь атаку, которая будет угрожать ему сильнее, чем его взятие слона здесь? Могу. Я могу проатаковать его ферзя. Что? Теперь он не может взять здесь слона. Потому что я атакую ферзя. И мой конь занял достаточно выгодную позицию. Здесь есть вот это. Вот этот классический маневр. Шах плюс ладья. Если он ход сюда с ферзем, это решает. Если он ходит сюда ферзем, что я делаю? Окей, интересно. Немножко другое, но в таком случае мы делаем вот это. Я не вижу, что я... Чего я здесь могу бояться. Мы делаем этот момент. Здесь идет шах плюс ладья. После того, как мы потеряем ладью, после того, как я съем ладью, я потеряю все-таки слона. Но это не страшно. Даже потеряв здесь слона, я все равно выставлю своего коня в сильную позицию на левом фланге. И да. Теперь моему коню звездец, но он сражался как герой. Его лучший ход, наверное, взять здесь слона. Если он берет там слона, что я делаю? Я хочу освободить слона слева. Мне нужно выйти пешкой вперед. Как мне выйти пешкой вперед здесь? Выйти пешкой на одну клетку, не наглеть. Да, выйти пешкой на одну клетку, а не на две. Потому что на две я сейчас не могу выйти. Здесь идет атака. Как интересно. Этот конь все еще у меня на свободе. Что можно интересного сделать с этим конем? Пока ничего. Пока этот конь очень-очень бесполезный. Что его конь сейчас атакует? Атакует моих пешек. Боюсь ли я атак на моих пешек? Вот на эту пешку? Ну... Я бы сказал, что боюсь, да. В таком случае мне нужно в идеале создать угрозу для него сильнее, чем он для меня создает угрозу. Это в идеале. Если нет, то я буду отвечать какими-то своими ходами. Ферзь сюда? Нет, потому что здесь ферзь атакует. Ладья, но он забирает пешку вот здесь. Он забирает пешку там. Что это мне? Я могу поставить ему шах и забрать пешку. И заставить его двигаться. Это... Шах... Это как минимум страшно. И он, его конь, его король выходит все более и более невыгодное положение для него в теории. В теории этот... Его король не очень хорошо стоит. И знаешь что? Вот как мы спасем свою пешку. Мы разменяемся конями, но... Это лучше, чем другое. Чем другой вариант. Мне кажется. Или мне надо прессовать, попробовать прессовать его короля дальше. Есть у меня тут какой-то хитрый план. Ферзь. Я не вижу хитрого плана. Возможно, я не вижу хитрого плана. Куда я собирался коня ставить? Сюда, да? Потому что его конь сейчас в очень опасной для меня ситуации. Здесь вилка на пешке стоит. Ау, да, конечно, он может походить так. С другой стороны... А, это шах, да? Уф, большой мисплей с моей стороны. Огромный, гигантский мисплей. Мисплей с моей стороны. Или нет? Или все не так плохо? Я где-то сейчас смогу словить здесь шах и мат. Ну, как минимум, я могу где-нибудь здесь словить жертву ферзя, скорее всего. Я все еще угрожаю его ферзю своим конем. Что он самое страшное может сделать? Так он не может походить. Вот это. Вот это будет самый страшный ход для меня.
Ужасный ход. На это я отвечу вот так. У него инициатива. У меня преимущество по фигурам, огромное преимущество. Но у него явная инициатива. Он продолжает делать шах. Окей? Мой король сейчас просто пешком сам до рокировки дойдет. Мой король постепенно этот сам дойдет до рокировки, у него все будет нормально. Окей, наконец-то слон был съеден. Теперь у меня закрыто много моих хороших нужных фигур. Прямо все нужные фигуры закрыты. Я хочу освободить ладью. Помните, у меня еще конь в углу. В этом углу живет конь. Ферзь сюда очень страшно. Если он походит ферзем сюда, не смогу выдвинуть. Он не походил ферзем туда. Это просто замечательно, что он этого не сделал, потому что теперь я понимаю, что... все не так плохо. Ладья атакует. Что у меня конь здесь сидит? Как насчет коня сюда? Как вообще насчет моих коней? Что насчет моих коней? Вот теперь я немного, конечно, этот путаюсь. Атака сюда мне не подходит. Я по большому счету атакую. Да-да-да, он съел моего коня, да. Окей, мисплей. Мисплей с моей стороны большой. Что мы можем сделать? Это атаку на его ферзя. Я уже совершаю ошибки. Окей, мне надо перестать паниковать. У меня есть время, потому что я достаточно быстро играл начало партии. У меня есть время. Мы в итоге потеряли того коня, но это ничего страшного. Все еще не так плохо. Далеко не так плохо. Из положительных моментов у его... он может слоном взять эту пешку. Ну, это не страшно, да? Он не хочет брать слоном эту пешку. Хорошо, тогда... Стоп. Он прикрывает здесь. Ну, мисклик. Да. Мисклик. Мисплей. Да, это был мисплей. Мы вот тут вилку делали. Знаете что, мы играем. Спокойствие, просто спокойствие. Один небольшой маленький мисклик еще никого не убивал. Еще ни один человек не умирал от мисклика. О, мой бог, мне надо было коня сюда поставить. Пожалуйста, не ходи ферзем. Пожалуйста, нет, здесь нет вилки. Чат, здесь нет вилки, потому что он берет пешкой, и все. Но преимущество мы потеряли. Игра все еще примерно на равных. У него намного лучшая позиция. Антон, ты молодец. Антон, ты молодец. Я понимаю, что ты делаешь. Он хочет размениваться, да?
Так, если у меня сейчас какая-нибудь вилка или что-то такое. Пешка. Мне нужен какой-нибудь интересный ход. Шах. Мне нужен интересный и необычный ход, который выведет нас. Из моих преимуществ у него очень-очень слабые слоны. И конь, конечно, сидит, вообще ничего не делает. Что я сделал? Он уходит королем куда? Сюда он не может пойти. Сюда не может. Сюда. Вот, вот его ход королем. Потому что, да. Если он уходит сюда... моя задача сейчас сдвинуть коня. Конь должен быть сдвинут. И куда будет сдвинут конь? Потому что мне нужно освободить место слону. Или, альтернативно, я могу не двигать коня, а просто съесть его пешку. Что тоже очень-очень неплохо. И снова поставить ему шах. Теперь он может прикрыть. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Но в данном случае, когда ты прикрываешь, теперь этот конь не может двигаться. Что мы можем получить из того, что его конь не может двигаться? Есть ли что-то, что мы можем здесь выкопать прям супер классное? Честно, по-моему, мне надо своим конем куда-нибудь ходить. Вот что-нибудь типа вот такого хода. Я знаю, что выглядит, как будто это ничего не делает. На самом деле делает. Вот здесь две позиции его королю обрезаем. И открываем атаку слоном с этой стороны. Атаку слоном куда? Вот здесь. Конкретно у него фигур под атаку этого слона не будет, но ход слоном, любой ход слоном здесь, будет для нас еще и возможностью вывести свою ладью. Пешка. Мне нужна пешка здесь. Почему мне нужна пешка здесь? Потому что он берет, я беру, и мы размениваемся ферзями. Я не хочу размениваться ферзями. Это не в моем... Не в моем... Для меня размен ферзями будет не преимущество. Мой король тоже так плохо стоит, это ужас. Что если мне попробовать слона выдвинуть вот сюда? Для того, чтобы он мог атаковать в эту сторону. Потому что это черный слон, правильно? Пешки, я вспомнил про пешек, это моя вечная проблема, я забываю про пешек. Это нормально. Окей. Его слон здесь. Почему? Почему твой слон здесь и для чего он нужен там? Типа сюда поставить... Он хочет сюда поставить ферзя. А мне не нравится твоя идея, мой друг. Мне очень не нравится то, что ты собираешься туда ферзя поставить, поэтому что мы сделаем для того, чтобы предотвратить этот вопрос поставки ферзя в ту сторону? Я... у меня минута осталась времени. Мне надо шахму как-нибудь поставить. О нет, это был мисплей, пешка. Ну, может, мы что-то выиграем с той пешки? Пешка сюда, он больше не может сходить слоном. Он не может туда ферзя поставить. Что-то мы явно выиграли. Что-то мы явно выиграли этим ходом. И да.
теперь у меня ладья в бою. А, моя ладья была в бою. Но теперь ее там нет. Минус рейтинг. Мы проиграем достойно. Ну как достойно? Сражаюсь? Мы проиграем, сражаясь. Это вот единственное, что я могу пока что обещать. Я эти 20 секунд проведу максимально эффективно. Очень интересно. Окей. Это еще интересней. Окей, да, я понимаю, все плохо. И мне надо было сюда атаковать. Он съел моего ферзя. Мне надо было атаковать туда. Мы проиграли. Я сдамся. Соперник сдался. Вау. Оу, вау. Вот теперь мы сделаем анализ. У нас был шах и мат. Господи, почему мне все кто-нибудь. Почему мне какие-то неизвестные номера звонить? Мне не нужны ваши кредиты, спасибо. Lucky Shiny Rake, благодарю тебя за 100 битсов. Спасибо тебе огромное за поддержку. Благодарю тебя. Сейчас будет большой анализ. Тут я стесняться не буду. Я думал, что хуже меня игрока в шахматах нет. Поздравляю. Ты нашел его? Рад помочь. Окей. Вперед. Вперед. Книга. Лучший ход. Книга. Странный ход. Надо было брать. Игра говорит, надо было брать. И надо было брать. Вот единственное, что я могу сказать по этому поводу, вот это, наверное, в принципе, сделало самую большую проблему в нашей всей партии. Нужно было здесь брать. Серьезно, мне что теперь? На время стримов надо телефон отключать, чтобы мне кредиты не предлагали. А еще у нас был мисклик. А, вот это был... А, это был мисклик, точно. Я думаю, почему я здесь так походил? Это был мисклик. У нас два мисклика были в этой игре, окей? Плохой ход слоном. Надо было выдвигать пешек. Пешки не люди. У меня... Это моя вечная проблема. Пешки у меня не люди. Мне нужно строить баррикады из пешек, стараться намного раньше, чем я это делаю. Давайте следующую игру 10-минутную, мы будем строить баррикады из пешек. Я предлагаю, я думаю, что это неплохой план. Не зря в описании написано «Постоянная смерть». Мы выиграли сегодня одну партию минимум. Играй атаку Немцовича. Кто такой Немцович? Варлок, может попробуешь сыграть через каталонское начало? Может это твой стиль? Чат. Я не знаю, что эти слова значат. Я понимаю, что это фамилии людей, которые играли в шахматы когда-то. Может до сих пор играют в шахматы. И в честь них названы стратегии. Но я пока этого не знаю. Пока что я учусь не проигрывать по времени. Я потом атака конем сюда. Была очень плохая. Была ужасная атака конем. Почему? Потому что игра говорит, черт возьми, выводи пешек. Если ты не выведешь пешек, этот слон до конца игры будет стоять в засаде. И вуаля! Слон до конца игры сидел в засаде и ничего не делал.
Поэтому, да. Каталония это в Испании вроде. Да, Каталония 100% в Испании. Это называется засада. В засаду слона не надо садить. Вот если бы слон стоял здесь в игре, насколько бы это было круче. Сколько бы у него было возможностей для маневра. Атака сюда, атака сюда. Какая жесть. Вот сюда мне слона вывести, заставить его делать ходы лишние. Ну что тут можно сказать? Дальше у меня будет все равно неплохо, по-моему. Типа странный ход конем сюда. Говорит, надо было слона убирать. Но. Это же был план на засаду. Ему надо было двинуться дальше. Ферзем. Чтобы поставить шах. Я не мог коня сюда убрать. Ау. Ферзь сюда, кстати, ну... Ферзь сюда получал пешку. Да. Он получал пешку. Кстати, после того, как он получил бы пешку, я бы все равно сделал так. Но это было бы сильно. Это было бы очень сильно. Я взял ладью. Ему нужно было брать слона. Вот... Вот здесь, говорят, нужно было нужно было ставить ладью. Он не получал пешку? Он получал пешку здесь. Потому что я закрывался от шаха пешкой. Хотя толку от этого было бы мало, но все равно. Здесь шах был бы. Вот с этой позиции ферзь ставил шах. А дальше? Ну а дальше он, может быть, ферзя получал. Наверное. В общем, это была плохая идея. Здесь всегда надо двигать пешку, которая рядом с королем стоит. Тут ладья защищает от вилки. Ну да. Да. Здесь ферзя надо было убирать. В общем, меньше ходов конями, больше двигания пешек, больше ходов ферзем, к примеру. По-моему, ход конем сюда был интересный. Потому что он не может больше сделать то, что он планировал. Он не может поставить вилку. Вопрос не в ходах конем, а в повторных ходах одной и той же фигурой. Ему ничего не мешает вилку сделать. Но он ходит сюда. А, ну вообще-то да. Ничего не мешает. Вы правы. Нет, почему? Он берет пешку. Я ухожу от шаха. Ну, какой-нибудь, типа, вот такой ход, да? Все равно. Все равно хорош для него. Нет. Ладья? Но если он берет ладью, он теряет ферзя. Он берет? Я ухожу. Он берет ладью, он теряет ферзя и получает шах. Где здесь у него вилка? Ну, у него вилка с потерей ферзя. Классная вилка. Он уводит ферзя вперед. Он ходит. Берет. Я хожу. Он ходит сюда. А вот теперь мой ход. А теперь мой ход. А теперь я двигаю ладью. А, ну подожди, если он сюда ходит, ну да, тогда мне снова шах. Да, но если он делает шах ферзем, я просто беру ферзя. Чат,
Чего-то вы тут это был нормальный ход. Я не вижу проблем с этим ходом конем. Кроме того, что я его вынуждаю, типа, к размену, и мне этот размен не очень выгоден. И у тебя месиво? Да, но он работает. В середине король стоит. У него тоже король в середине стоит. И вот, видите, следующий ход лучше ему был размениваться. Ну, ферзь мог еще сюда уйти, да, согласен. Это я тут ничего не скажу. В общем, ну, на 10 ходов вперед я там не думал, окей? Сюда? К своему слону. Вот сюда, типа, да? Но в итоге я здесь забрал у него коня. У меня сейчас огромное преимущество. Здесь у меня странный ход идет. О, я мог здесь атаковать на шару. Кстати, да, я не подумал. Если бы я ферзя сюда перевел, то мы бы разменялись ферзями, и был бы огромный мне плюс. Либо если бы мы не разменялись ферзями, я бы протащил пешку вперед, и он бы не... Ну, он бы взял, и я бы взял, и в итоге мой ферзь был бы тут, устроил бы жесть. Короля здесь надо было не трогать мне, потому что зачем я его бесполезно двигал? Зачем я двинул? А, я помню, я думал, что-то типа хочу вывести ладью. Вывел ладью. А надо было конем просто шах поставить. Я вообще про этого коня полпартии не помнил. Странный ход ладьей. Минус конь. Это был мисклик ладьи? Нет, мисклик ладьи будет на следующий ход. Вот мисклик ладьи. Добро пожаловать в мисклик ладьи, дамы и господа. Добро пожаловать. Ну и дальше все уже пошло очень плохо. Дальше тут уже было много мискликов, 30 секунд на времени, и да, дальше я уже нажимал кнопочки. У него где-то там уже упущенная победа была, но в итоге, да, я сдался. Окей. Весь чат орал про засадного коня с шахом. Но я не могу напрямую брать ходы из чата. Я могу смотреть в чат, как после того, как я сделал ход, и типа чат, чтобы на меня кричал, какой плохой ход. Но ходы из чата я не могу брать. Это запрещено правилами. Ты со зрителями не играешь? Я их боюсь. Зрители страшные. Ты их видел? Погнали, блиц. Вперед. 3 минуты. Разминка. Aim trainer. Оу, full blitz build. Это что за покемон? Берешь пешку. Я беру ее. Май. Круто. Вообще круто. Ну. Допустим. Шах. Что мне здесь надо было сделать вообще-то? Так. Он забирает коня, я забираю слона. Окей. Ну, знаешь что? Мы будем играть быстрее. Теперь он не забирает коня. И... Почему я поставил сюда слона? Это был маневр. Такой. Байт.
И теперь я могу прикрыть своего коня. Я это, конечно же, сделал специально. Абсолютно специально и не случайно 100%. Нет, не надо этого делать. Просто не нужно этого делать, окей? Мне нужно вывести вот этого слона с этой стороны. А, нет, мне нужно сделать рокировку. Почему мне не забрать эту пешку? Потому что он выигрывает там конем. Окей. Я не вижу с этим проблем. Он атакует сюда, допустим. Оу! Да, ферзь, точно. Оу, я думаю, что-то мы забыли. Мы забыли ферзя, ага. Оу. Как же я мог забыть про ферзя, да? Нам нужны маневры. Нам нужны хитрые маневры. Я хотел сделать рокировку, но тут нельзя, потому что шах. А он может здесь пешку забрать. И шах делает, а? Шах, шах, шах. Я могу сделать шах? Нет. Что я могу сделать? Это вот такой ход. Оп. Что мне невыгодно, потому что я теряю фигуру, и он разменивается. Но вдруг из этого что-то выйдет интересное. Я по большому счету немножко в панике, ага. Ау, шах, да. Ну, мы летим всего лишь на минуту по времени, да? Это уже неплохо. Упс! Ну, если что, он не может убрать ферзя. Мы снова в строю. О, детка. Жадность? 30 секунд, а? Мы сейчас будем ходить очень быстро. Прямо супер быстро. Восемь секунд, а? Наверное, я проиграю по времени, да? Ноль пять секунд. Успеем сделать ход? Почти успели. Уф. Но мое супер быстро не на уровне. Но как бы имею в виду, как классно мы поймали ферзя. Ход заранее надо было делать. Как это делать, чат? Как ход заранее делается? Так. Где у нас ходы заранее? Давайте доску заодно поменяем. Доска. Мрамор. О, какая красивая. Там, где играть?
Играть. Не тут играть. Ага, вот. Включить предварительный ход, да? И всегда превращать в ферзя можно поставить. Оно? О, вот это нужно. Режим сосредоточения. Убери, иногда коня нужно ставить. Я думаю, в моем случае это не будет. Окей, уберем всегда превращать в ферзя. Минус глаза с такой доской? Плохая доска? Окей. Как вам синяя доска, чат? Хотите синюю доску? Окей. Ну, блиц был сыгран. В любом случае, задача в блице была выполнена почти. Прошлая лучше. Верни стандартную. Чат, вам нужно привыкнуть к переменам. Нужна клуб. О, нет, нет, нет. Фигуры стандарт, пожалуйста. Зеленый. О. Что она такая яркая? Что-то у меня от этих досок рябит в глазах. Я с вами согласен. Котики. О, господи. Мрамор. Знаете что? Давайте мрамор. Очень, очень депрессивная доска. В следующие 20 минут мы будем выбирать доску. О, мой бог. Прозрачный. Загар. Турнир. Красный. Вот оно. Красная доска. За такой точно не уснешь. Варлок, тебе пешки не напоминают мышей? Тоже не атакуют назад. Мы уже говорили, Файлан, мы уже об этом говорили, да, и пешки, они действительно как мыши. И знаешь что, я похожу по-другому. Я похожу пешку от королевы. Я не думаю, что это большая проблема для меня. Как бы пешка от королевы выглядит неплохо, когда ходит. А это что за чертовщина здесь сейчас происходит? Что? Ничего не понимаю. А что? Окей. Я продвину своих пешек дальше. Теперь я могу здесь сходить пешкой. Это, наверное, какая-нибудь... А, это английская защита. Йоу. Кумараф из Индии. Круто. А, прямо английская защита. Вообще класс. Даже ничего и не скажешь. Английская. Да. Я по-моему, я никогда ее не видел. Эту английскую защиту или что-то такое. Да. Он сейчас разменяется, 100 пудов. Нет. Ну, на то она и защита, наверное, чтобы не размениваться и не играть супер агрессивно, верно? Я думаю, наверное, да, типа того. Я вижу здесь атаку слоном, но она меня не пугает. В теории, если эта штука называется английская защита, то, по идее... Я надо пешку сюда продвинуть. По идее, он должен опасаться... Он должен опасаться моей атаки. Потому что моя атака будет страшна. И не хочу здесь размениваться, между прочим. Я хочу продвинуть свою пешку дальше, да? По логике. По логике, да, я не хочу размениваться. Я хочу, чтобы моя пешка двигалась дальше. И вот эту пешку. Но если он здесь подходит сейчас, то я его пешку просто заберу. Поэтому он не может сюда походить, и мне это очень выгодно. Что он может сделать? Это конь. Окей, интересно.
Все-таки атака идет на пешку. Берет, берет, и все. Беру, беру. И у меня конь в отличной позиции. Поэтому да, я просто сдвину пешку здесь вперед. Мы его зажмем в тиски. Теперь у меня слон свободен. Окей. Я не знаю, это точно... Я заставлю двигаться его ферзя. Либо он может прикрыть конем. Что, кстати, выглядит, мне кажется, намного интересней. Окей, так, теперь мы сдвинули его пешку. И я вернусь на эту позицию. Атака сюда. Что я хочу сделать дальше? Вывести второго слона. Этот слон себе плохо живет. Знаешь что? Мне кажется, что слон будет нормально жить здесь. Не ужасно будет жить там. Здесь у меня все в порядке с этой пешкой. Атакует, атакует. Атакую. Атакую. Все отлично. Можно спокойно вывести слона. Ну, например, вот. Вот так. Я хочу сделать рокировку. Он может сделать рокировку. Он не сделал рокировку, а? В таком случае... В таком случае я делаю рокировку. Он хочет продвинуть пешку еще дальше. Это был мисплей с моей стороны? Ну, как сказать? Как сказать мисплей? Наверное. Мисплей, но. Какие но? Надо просто убирать коня. Из преимущества у него здесь нет пешки теперь. По этой линии. Что я хочу дальше сделать? Я хочу, наверное, двинуть своих... Нет, слон. Шах слоном выглядит неплохо. Конь сюда был ошибкой. Я теперь это понимаю. Ему конкретно сейчас ничего не угрожает. Но что он делает? А, нет, он атакует эту пешку. И знаешь что? Надо ее съесть, да? Перед этим поставить ему шах. Чтобы жизнь медом не казалась. Потом можно здесь пешку съесть, можно здесь пешку съесть. Где я хочу съесть пешку больше? Вот здесь. Правильно? Потому что здесь... Ну, я ослабляю защиту этой пешки, но... У него сейчас чуть-чуть другие проблемы. И... Подожди, кому угрожает эта ладья? Пешке, что ли? Нет. Ой, ферзь его, то есть. Ферзь атакует... Делает защиту там? Не знаю, но мне нравится вот этот ход. Этот конь очень сильно рискует сейчас, но... Единственное, что он может делать, чтобы спасти ладью, это ход сюда. Что мне это выигрывает? Окей. В общем, что-то странное у нас происходит. Я не уверен, что оно того стоило, но... Сколько это было весело, а? Насколько это было не скучно. У меня, кстати, если я могу здесь брать слона. У меня преимущество. Он забрал у меня, да, пешек, коня. Но я так-то... Я забрал его ладью. Ладья — это круто.
Ладья это очень-очень круто. Окей. Если он съест, я съедаю ферзем. Он не съел. Он не съел, а? Могу очень интересный шах ему здесь поставить. И... Единственное, он может уйти сюда, да, но... Что я этим выигрываю? Мне кажется, мне не стоит там коня терять. Что мне стоит сделать это? Ввести в бой, наверное, еще одного слона. Ну как? Ферзя? Ферзь сюда? Не. Уху-ху-ху-ху. Не надо. Не надо этого делать. Никаких ферзей туда. Ладья здесь пассивный ход. Подожди, а слон сюда почему мне не нравится? Потому что он просто забирает его. Окей. Что если так? Он не может собрать. Вау, цыгане корня украдут. Те еще цыгане. Так. Окей. Угу, понимаю, понимаю. Но что это мне открывает? Это мне открывает. Что его пешка, ушедшая туда, мне открыла только что. А могу просто разменять коня на его слона? Или я могу атаковать дальше. Что он хочет делать? Наверное, сюда поставить свою ладью. У меня есть здесь вот атака. Но она пока не работает. Он может проатаковать? Он не может проатаковать сюда. Эта пешка для него недоступна. Окей. Теперь его ферзь ходит. Теперь его ферзь решил, что время встрепенуться пришло. Ну и хорошо. Ну и замечательно. Ну и отлично. Вперед, ферзь. Go-go, гаджет, ферзь. О, ферзь закрыт. Он может забрать... Опять же, его ферзь, мой конь атакует его ферзя. Это самый злой конь на Диком Западе. И это, наконец-то, открыло работу сейчас для слона. Интересно, интересно. Очень-очень интересно. Я где-нибудь сейчас провтыкаю его. Ну... Да, пешка мне мешает. Очень мешает. Ай, да, слон, я забыл про него. Ну, знаете что? Все не так плохо.
Шах. И теперь я могу атаковать. Да, мы потеряли слона, но этот слон был, в принципе, не особо жилец. Кто у нас жилец? Это мои ладьи. Мои ладьи очень жильцы. Потому что я теперь фулл билд на атаку ладьями делаю. А, там конь! Там конь. Окей. Ну и что ж там конь? Атакую. Он забирает. Стоп. Время, кстати. Кстати, время. Эта пешка мне мешает. Вот этот конь мне мешает. Он стоит на своей стартовой позиции и мешает. Как он смеет? В итоге я проиграл свое преимущество. Потому что сделал пару неправильных ходов. Да. Партия в конце была мной проиграна. Он просто берет коня. Что мы можем еще сделать? Сбрать володью, наверное, да? Было бы неплохо. Все резко станет не так ужасно. Я беру. Он делает. Он заберет мою ладью, понимаю. Ну, типа, кому сейчас легко. Он должен выиграть. У него плюс 3 минуты еще преимущество. Он сейчас так сделает. Типа ему особо ничего не остается. О, что? Ау, теперь я проиграл. Да, потому что теперь он ходит сюда. Ну, концовка была просто ужасная. А на этом этапе мне надо сдаться, потому что это уже даже не смешно. Да, и ладно, здесь уже можно сдаваться. Здесь был мисплей. У меня 30 секунд оставалось против его 4 минут. Я кликал кнопочки. Эндшпиль — это явно моя слабая часть, потому что, да... Ну, в конце я тупил, очень быстро кликал. Сейчас сделаем анализ, посмотрим. Дебют сильная? Ну, более-менее. Чупа, кстати, привет. Давайте включим музыку. Чем мы тишнее сидим, чат? Смотри, дебют тут сейчас ни одной ошибки не будет. Хоп-хоп. Отличные ходы. Лучший ход. Я даже не знал, что я делал, но это был лучший ход. А моя теория вот здесь была в том, что я... Что я открываю путь своему ферзю. Ну вот, смотрите, дебют. Лучшие ходы показывает. Все отлично. Нормальный ход, но игра говорит, выводи коня справа. У него здесь был мисплей. И у меня был мисплей, потому что мне надо было брать. Он бы не мог ответить. Это, кстати. Мне надо больше смотреть на, где я могу открываться. Два слона закрыты? Ну, я же говорил все время, я собирался их открывать.
У меня ужасная шутка. Варлок не выигрывает шахматы, потому что на канале запрещен мат. Потом Варлок начинает увлекаться поеданием фигур и проигрывает. Нет, я проигрываю, потому что у меня в конце опять 30 секунд осталось. Преимущество хода Е4, что сразу и слон и ферзь открываются. Типа первого хода Е4, Е2, Е4. Ходи всегда Е4. Ну, мне хотелось разнообразия. Странный ход слоном. Потому что, да, намного было бы лучше коня поставить на угрозу сюда. И, типа, если он ферзя двигает, то все. Сразу тут все вилки мира. Надо запомнить про вот эту позицию для коня. Потому что это все вилки мира. При условии, что ферзь куда-нибудь уходит и слона нету дома. Просто сделать 60 минут времени? Ну, я не думаю, что это будет супер классный контент. Мы можем попробовать как-нибудь. Очень хороший ход слоном сюда. Помните, я говорил, что хочу поставить слона, чтобы он был злой? Это сработало. Сколько же у нас вообще? Всего лишь 8... Одна неточность, 5 ошибок и один зевок. 2 упущенных победы. Вот мне интересно, где у меня упущенные победы были? Давайте ключевые моменты смотреть. Здесь ошибка. Это мы уже посмотрели. Рокировка была ошибкой, ага. Почему? Что я здесь пропускаю? Почему рокировка там была ошибкой? Я сейчас посмотрю на эту доску, попробую придумать для меня лучший ход. Конь. Или снова этот конь сюда. Конь на b5 или конь на g5? Пешка? Нет. Где вы видите пешку? Здесь конь. Мне кажется, что вот это лучший ход. Конь сюда. Ошибка. Конь сюда. Хороший ход. Но все равно не лучший ход. Какой здесь лучший ход? Просто взять пешка и все. Сдвинуть его коня в пустоту. Неточность. Еще хуже. Я знаю, что делать. Дай мне подсказку. Слон. Слон. Я потом, по-моему, следующий, потом этот ход сделаю. Упущенная победа у меня. Пропущен мат. Вы не заметили мат. Найдете ли его сейчас? Так, я чувствовал, помните, я здесь ходил, и я прямо, такой, где-то здесь у меня есть мат, но я не успеваю его найти, вот здесь у меня остается что-то около 30 секунд опять, или 40 секунд, и я такой, я инстинктом чувствую, что у меня здесь есть шах и мат, потому что мы тут этого короля загоняли уже по всей доске. Было такое, я говорил, чат. Ну, может, не так дословно, но
Я чувствовал это в душе, у себя в мыслях я точно это говорил. Здесь мат. Попробуем его найти. Мат прямо. Не просто шах, мат. Но это должна быть ладья. Что это еще может быть? Я просто не вижу. Слон? Это мат. Почему? Он сюда может уйти. Где мат? Почему он сюда не может уйти? Но если он туда уходит, ну чего? Говорят мат. И вот лучший ход, но я не вижу здесь мат. Почему эта клетка? Потом ладья? Но почему он не забирает ладью? Что я не вижу? Ферзь H5. Он уйдет не туда, на D8. Сюда? Почему не сюда? Что ему мешает сюда уйти? Нет, понятно, если он уходит сюда, у него здесь он потом мат, потому что здесь конь стоит. Что мешает уйти сюда? То есть вот я делаю шаг, он уходит. Я хожу так. Это мат? Это не мат, но... Ферзь на H5 правильный ход. Сюда, компьютер говорит, сюда лучше. Окей, в чат. Ферзь H5. И чего? А, ну в принципе, да. Вот да, теперь я вижу. Вот теперь мат. Нет. Ну, как мат? То есть он... Он делает так. Ай, нет, стоп. Даже еще лучше. О чем я говорю? Пешка. Пешка, чат. Тупик, ты не туда пошел? Чат, вы лучше компьютера знаете. В общем, в любом случае, там была ошибка. Какой-то странный мат. Я так и не понял, где там мат. Я не понял. Именно мата там не было. Там было намного лучше то, что я сходил. Но мата там не было. Окей, компьютер что-то не шарит. С коня мат прилетает, с коня. Да конь тут коня съедают 100 раз. От какого он коня прилетает? Что-то чат вы этот...
Что-то вы не то. Что-то, короче, здесь непонятно. Упущенная победа, вот. Если сюда кликнуть. И снова упущенная победа, еще одна. Надо было ставить шах. Этот ход тоже ведет к мату, но ищем самый короткий путь. Пропущен мат, вы не заметили мат. Окей, исправить. Ферзь. Бум. Это мат? Да, вот это мат, я понимаю. Вот это я понимаю. Вот здесь, вот... Хороший, качественный, пропущенный мат. Вот это вот оно. Варлок, обидно ли тебе за шутки про мисплей, особенно за банку с мисплеями? Нет. Про шутки, на шутки с мисплеями я не... я не обижаюсь. Я обижаюсь, когда в чате пишут «Оно допёрло». Типа, стример дурак. Вот это я могу обидеться. Но... Шутки про мисплей нет. Типа, потому что со стороны это классно видно. Особенно, когда анализ смотришь. При этом не обязательно оскорблять. Окей? Ты, кстати, всегда в таких ситуациях кликай правой кнопкой на поля, куда не может пойти король. О! А вот это отличный совет. Это шикарный совет. Кликать на поля. То есть, если бы я посмотрел, король сюда ходить не может. Король там сюда может ходить. Король не может ходить сюда. Слушай, а вот это вот кайф совет. Вообще очень хороший. Нам все равно нужно больше тренировать скорость. Опять же, мы проиграли из-за скорости в основном. Мы вышли на новый уровень мисплеев. Чат, идеальная партия блиц. Сейчас будет, смотрите. Давай, открывайся. Нет, лучше трать время. Думай, Блэкс из Латвии. Думай подольше. Йоу, он АФК. Сейчас победу получим. Yes! Нет, это не считается за игру. Блин, я думал, мы сейчас этот... Равида на шару. О, Франческо? Добрый день. Как интересно. Даже не... Не знаю, что насчет этого сказать. Надо быстрее ходить просто, да? Вот что насчет этого сказать надо. Странное открытие, очень странное открытие. У Франчески. Ну, в принципе. Почему бы и нет? Из-за моих минусов у меня тут все... Закрыто нафиг. Но, знаете что, я буду просто ходить побыстрее. Потому что у нас нет времени. Нет времени для орехов. Как интересно. Я чуть не пропустил этот момент. Окей, нормально. Две минуты еще впереди. Я решил, что этот конь себя отработал.
Я решил, что этот конь достаточно послужил. У меня здесь шах, кстати, есть. Как интересно. Мисплей. Ну, да. Это был тот мисплей, которого мы все так долго ждали. И он свершился. А что там вообще? Просто компьютер завис. Этот компьютер, он сломался. Не надо так делать. Вот так надо делать. Вилька. Ну как вилька, такая слабая вилка. Понимаю, что мы в минусе, и типа мне не стоит заниматься такими вещами, но с другой стороны, типа, о чем мне остается? Я бы сказал, не лучшая ситуация, которая может быть, а? Но главное не сдаваться. Не сдаемся, все будет хорошо. Заберем ферзя. Это намного лучше, чем то, что было. Намного лучше. Но я времени сколько на это дело потратил, это просто жесть. У меня кончилось время. По-моему, я там получал шахмат в какой-то момент. Потому что если я хожу сюда, он делает так, потом так, и типа очень плохо. Но у меня был шанс довести здесь пешку. Я не знаю, я здесь выигрывал в итоге или нет. Наверное, нет, потому что... если я провожу пешку сюда... Я очень сильно по времени пролетел. Там были некоторые ходы, которые у меня время забрали, но выиграли нам преимущество. Чуть-чуть времени не хватило. О, чат, спасибо вам большое. Это была неплохая, это неплохая была игра. Анализировать трехминутные я не хочу. Будем анализ делать 10-минутных, иначе мы будем все время в анализе сидеть.
Пешку провести вперед и обменять на ладью. Да, я хожу так. Он... Ну, допустим, он продолжает делать вот это. Так. Ага, он не успевает. Он не успевает, потому что если он делает так... Так. И все. И он не успевает поставить мат. Ну да, нет, успевает. Вот он. Не получается. Две ладьи ставят здесь мат. Может, если бы я в другую сторону куда-нибудь сюда уходил, но все равно он бы меня зажал. Чуть-чуть не успевали. Но мы отыгрались из катастрофы. Мы отыгрались из мисплея ферзя. Что было очень хорошо. Я красиво зажал его ферзя там. Надо было вправо королем идти, да. И в итоге уйти к тем двум пешкам с этой стороны. Ну, вот как-нибудь вот так вот тут уйти. И тут в итоге была бы моя ладья. Она бы что-нибудь тут сделала. Ну, как-нибудь так уходить. Но время все равно бы улетело. Варлок, тебе нужны одноходовые этюды. Проблема не во времени, а то, что ты не видишь. Спасибо за донат. Это не полезная информация. Вот информация о том, чтобы отмечать... короля, отмечать, куда не может выходить вражеский король правой кнопкой. Вот это полезная информация. Отмечать это, а информация то, что ты не видишь, это не полезная информация. Ты не видишь. Ничего. Очки купить рекомендуете? Игорюс, прости, ну, типа... Ты не видишь. Ну, хорошо, все, сдаемся. Раз я не вижу, сдаемся. Мне надо было пешку сюда выводить. Вот это был бы правильный ход. Как бы, если не получается играть в какую-то игру, ну, если... Если у тебя такая ситуация, что... А, я не могу... Я не могу теперь коня увести. Окей, я понял тебя. Да, потому что вот этот ход мне теперь не подходит. Какой ход мне подходит? Типа вот такой, я думаю. Конь здесь очень сильный. Потому что теперь, по большому счету, его ферзь не может ходить. И отсюда... Я могу сделать... Нет, не могу. Внимание, не могу. Окей, знаешь что? Я решил, что этот конь не очень сильный. Этот конь так себе по силе. С другой стороны. Я опять мало хожу пешками. Окей, следующий ход будет пешка сюда, точно. Или это сюда. Или даже вот так. Может быть даже пешка. Нет. Ферзь, а? Круто. И это что вам дает? Как интересно. Как интересно. Я теряю время. Если теряю время, мне надо просто ходить. Может быть, я здесь что-то не вижу?
Теперь я получаю вот это. Я ломаю пешку на стороне своего короля, но... Типа, кому сейчас легко. С другой стороны... Мы продвигаемся вперед. А? Так, он атакует сюда, он атакует сюда. Ну... Мои слоны, им плохо. Мои слоны себя очень плохо чувствуют в данный конкретный момент. У них, у моих слонов большие проблемы с пищеварением. У меня разбита вся сторона. Здесь в пешках дырки, отверстия. Отверстия в пешках. А, это не выглядит как отличная вечеринка. Все, что здесь происходит, совсем не выглядит. Я бы сказал, что у нас преимущества точка нет. Что я могу из этого извлечь? Если я выведу слона сюда, вот это будет неплохой ход. Что мне, наверное, надо было сейчас сделать вместо пешки. Потому что пешка — это был пассивный ход. Слон сюда — это активный ход. Я заставлю двигаться его ферзя. И получаю возможность сделать... Окей. О, теперь лучше. Теперь нужно ходить очень быстро. Теперь нужно прямо со скоростью света двигаться. Ферзь. Бум. Не надо мне предварительный ход такой делать. И мы сейчас будем атаковать по центру. Он может здесь взять пешку, но я тогда возьму пешку здесь, и у меня вот атака большая идет. Окей, да, это был неправильный ход. А может быть, это и не такой уж плохой ход? Нет, это плохой ход. Слон здесь. Если я сдвину пешек, если я убираю пешек. Окей, стоп. Я хочу разрушить пешек на этой стороне его. Я разменяю фигуры. Потому что тот конь мне не очень нужен был. А вот так. Он атакует. Я атакую. И мой конь будет шикарно стоять здесь. Он не атакует. Ну так тоже можно. Тогда... Если он не атакует, я просто продвину пешку вперед, да? Она как бы будет странно здесь выглядеть, но... А все равно ничего не делает.
Интересно. Очень-очень интересно. Типа, если коня двину, то атака на ладью. Здесь должны быть где-то интересные ходы для меня. Все еще думаю, что, что конь сюда — это неплохая идея была бы, если бы ладья моя не была под атакой. У меня есть ферзь. Этот ферзь не делает ничего. Какой-то у меня пассивный очень ферзь. Слон сюда. В чем проблема? Нет проблемы. Я не вижу проблемы. Проблема в том, что я коня потерял. Но это не такая большая проблема, как могло бы показаться. Подумаешь, коня потерял. Кто в нашей жизни не терял своих коней? Как бы одна потеря коня — это не то, что нас может остановить. Зато насчет ладьи. Которая сбежала. Пешка сюда. Почему он сюда ходит пешкой? Не для того, чтобы просто сходить. Он атакует мою пешку, но мне без разницы. Он хочет разбить мою сторону. Здесь. Но ладья на этой позиции сейчас ему сама разобьет тут всех. Мой король очень открыт. Мне это нравится? Нет. Всего бы... Ладья в углу была открыта. Окей, какой хороший слон. Он так классно все это провернул. Я честно, я завидую этому слону. Этот слон большой молодец. Шах. Если я продвигаю здесь пешку, ему шах. Он не может атаковать пешку. Он должен сдвинуться. Нет, он может забрать пешку слоном. Я тогда заберу пешку. Но он сможет забрать королем. Что мне нужно сделать, я думаю, это вот так. Эта пешка, она сейчас, вы знаете, какая крутая. Теперь мой ферзь тоже тут присутствует. Но, правда, он может просто пешку подвинуть. Ферзь ее заберет. Значит, на этой пешке прямо все перспективы будущего, все мои 1 минута 45 секунд. Все мои 1 минута 45 секунд, они на этой... Он должен атаковать ладьей. Можем ли мы тут шах и мат поставить как-нибудь? Пропустил ли я его? Скорее всего. Где-то в каком-то месте. 100% пропустил.
Могу ли я его здесь все еще поставить? Может быть. Он не может ходить сюда, сюда, сюда. Он не может ходить сюда. Он может пойти в эти три позиции. Это не шах и мат. Окей, это не шах и мат, потому что он уходит сюда. Вот так. Это не шах и мат. Но его единственный ход — это в угол. Правильно? Он ходит в угол, я хожу сюда. Вот это будет шах и мат. Он не может пойти сюда, сюда, сюда. Он может пойти только в угол. Чат, я это сделал? Оу, детка! Вы были здесь. Несмотря на мисплей, несмотря ни на что, несмотря на потерянных ладей, коней и ферзей, мы это сделали. Шах и мат, дамы и господа. Шах и мат, который я придумал сам. О, чат, спасибо вам огромное за подсказки. В смысле, я не брал ходы из чата, в смысле за подсказки, за вот эту подсказку, где надо правой кнопкой отмечать, куда не может ходить король. Корсив, это тебе спасибо огромное. И всем-всем вам, чат, за поддержку. О, это та победа, которая нам была нужна. Это 100% та победа, которая была мне нужна, чтобы снова поверить в себя. Потому что это было супер круто. О, да. Фу. Окей. Какой кайф. Сейчас можно посмотреть анализ. Потому что мы проигрывали, мы летели по очкам. Но я... Да, а теперь смотри, где ты пропустил мат. Две упущенных победы и один зевок. Окей, мы посмотрим ключевые моменты. Так, ну здесь мы играем, типа, по... Упущенная победа, ха? Ход пешкой был упущенная победа, окей. Давайте вернемся. Вот здесь была... В этой позиции только один хороший ход, поищем его. Так. Это... Что? Где здесь упущенная победа? Я схожу с ума? Здесь где-то вилка. Здесь должна быть где-то вилка. Конь сюда? Нет. Что этот конь делает? Он ничего не делает. Не верь ему. Совет. Ау. Конь мог просто слона забрать, окей? Окей, вот упущенная победа. Можно было просто забрать слона. Слон на шару. Все намного проще. Никаких 10 ходовых матов. Просто ход конем. Лошади, уходи. Я к воле не видать. О, да. Окей, да. Давайте дальше. Плохой ход. Ошибка. Прямо ошибка, а? Я подозреваю, что компьютер хочет размена. От меня. Неточность. Что я упускаю? Что я не вижу? Здесь есть что-то очень сильное, судя по всему.
Куда коней приткнуть, я не могу придумать. Может быть, вывести ферзя просто без всяких. Вот так. И заблокировать эту пешку. Ошибка. Что-то мы с вами чат этот потерялись. Конь на f4. Ну, конь на f4 нам проигрывает. Ну, просто меняемся. Тоже ошибка. Чат, здесь что-то происходит странное. Пешка сюда. Потому что если он берет, то я получаю шикарного коня. Да, я получаю бомбического коня на вражеской территории. Да. Этот конь был бы просто супер. Понимаю. Ошибка опять. Я что-то над этим моментом думал. Типа, думаю, прикрывать коня — это слишком пассивно. Подумал я. Было бы лучше более агрессивно подействовать. Может быть, так? Слоном прикрыть? Чтобы увести слона заодно. Но мне кажется, это тоже будет плохой ход. Отличный ход. Окей. Чтобы пешку не трогать здесь. Да. Я советую убрать коня. Окей, босс. Я бы... Тут, наверное, там у белых какой-нибудь мат 8 ходов. Что-нибудь такое. Где-нибудь вот, вот здесь вот. Который, наверное, только компьютер увидит. Потому что я что-то вообще не понимаю, что происходит. О, Fatline, привет. Можно с тобой поиграть? Пока нет. Я пока не на том уровне. Можно поиграть в нашем Дискорде. У нас есть канал Шахматы, где можно кидать приглашения. И там найдется много желающих поиграть. Поэтому, да, заходи к нам в Дискорд, запрыгивай в канал Шахматы. И, да, скидывай там приглашения. Там ребят всегда готовы поиграть. Окей, ключевой момент следующий. Ну, тут я съел ферзя. Что я там дальше сделаю? А, я потеряю ферзя нам, да? Здесь где-то я начал мисплеить на каком-то моменте. Лучший ход здесь. Лучший ход здесь — это, наверное, пешка. Выводит нам ферзя. Ошибка. Что? Я сходил вот эти, я сходил вот так, да? Моя логика была, что по-моему, я так сходил, я уже не помню. Здесь что-нибудь типа вот ферзь? Нет. Окей, совет. Опять все, они коня хотят туда убрать. Знаешь что, компьютер, иди в баню. Рокировка была ошибкой. Они все хотят того коня убрать. Код комп... Дай угадаю, компьютер. Надо будет коня убрать, да? Нет, в этот раз надо этого. Надо
все за этого коня волнуется. Этот компьютер прямо не может. У него этот конь, он очень ему нравится, этот конь. Компьютер прямо: ну, Барлок, спаси коня, я волнуюсь за него. Я понимаю, почему. Потому что он атакует, я атакую, и он забирает мою ладью. Окей, я начинаю понимать, почему. Но она... мне кажется, что он об таком даже не мыслил. Он забирает мою ладью здесь сейчас. Потому что он берет, я... он берет, я беру. Если ладья стоит здесь, то она ее забирает. Вот чего оно. Вот что, Михалыч. Круто. А мы не видели с вами. Так что... о, чат. Не только мне учиться. Вам тоже. Понемножку. Зевок. Окей. Белые съели здесь коня. Почему зевок было вывести ладью на центральную линию? Я могу как-то этого слона забрать или что? Я могу что-то забрать. Поставить какую-то угрозу, которая круче, чем убирать ладью. Да, поставить угрозу слоном прямо здесь и сейчас. Угроза всегда лучше, чем не угроза. Окей, это да. Надо было сначала поставить угрозу, а потом убрать ладью. Логично, понимаю. Да, что-то в этом есть. Пропущенная победа. Так, окей, нам вот это надо точно решить. Он уходит. Здесь, наверное, был мат чуть раньше. Так, пущенная победа. Да? Неточность, нет. Пешка сейчас? Да. Пешка сейчас, но это не был мат. Потому что он уходит сюда. А, потом я забираю. Он сюда. Мне это не нравится. В общем, план сработал, выиграли, и хорошо. Нечего тут попробовать дальше разыграть. У меня все сбилось. У меня тут все сбилось, чат. Мои ключевые моменты сломали. У меня тут только кнопка о партии осталась, и все. Кнопок нету. Мне даже не дают. Анализ сломался. Е2 лучший ход. Короче, все сломалось. Но это, наверное, была самая лучшая победа у нас. Это была, наверное, самая моя сильная партия с точки зрения того, что я смог поставить шахмат после того, как... Токс мисплеил пол игры и потерял кучу фигур. Так что да. По-моему, это было хорошо. Я доволен, в таком случае. Я очень доволен. Опять вместо чата черный экран. Надо, наверное, вообще эти пока не пофиксить чат. Надо, наверное, не использовать эти вставки. Они как-то странно смотрятся, когда чат появляется только потом. Варлок, ты как истинный победитель должен уйти из шахмат на пике своей славы, карьеры. Разве шахматисты так делают? Боксеры так делают. Шахматисты не уходят на пике, правильно? Шахматисты, по-моему, продолжают играть. Ну, как бы, может быть, не карьерно, не на чемпионатах, но они играют. Каспаров там, он играл очень долго. Что-то типа того.
Музло. Едем в кольцо боли. И будем играть в другие шахматы. Так что надо съесть финик, чат. Перерыв на финике. Точно, чат держите. Оп.